Отношение к русской литературе, в общем-то, наверное, во все времена и во всех странах было мало того, что положительное, а, на мой взгляд, это как бы все знают, это еще и определение высокой культуры человека, высокого образования и правильного взгляда на мир. У любого продукта заканчивается срок годности. Вероятно, закончился срок годности русской литературы, как ни жестоко звучат эти слова, именно потому, что ее основное содержание перестало быть понятным и перестало быть актуальным. Литература – это для меня это какой-то положительный созидательный момент, а политика – это абсолютно отрицательный момент. Мы читаем много, хотя каждый год рынок России, как и рынок всего мира, теряет читательский интерес к книгам. Смогу посоветовать всем тем, кто давно не брал «Войну и мир» в руки, попытаться скремниться и взять ее, потому что это чрезвычайно интересное произведение. Да, лучше поклоняться данности с убогими ее мерилами, которые потом до крайности послужат для тебя перилами, хотя и не особо чистыми, удерживающими в равновесии твои хромающие истины на этой выщербленной лестнице.